Подходит к концу год педагога и наставника. Мы часто освещали эту тему. Наш медиахолдинг совместно с Тверским управлением образования и профсоюзной организацией выпустил целый цикл программ, посвященных образованию. А в понедельник в мультимедийном парке «Россия. Моя история» прошел финал конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 2023». 25 воспитателей из детских домов и семейных центров приняли участие в профессиональном конкурсе. Пятеро из них вышли в финал. Главной целью конкурса является поддержка института семьи и оказание всесторонней помощи семьям с детьми, а также повышение значимости и престижа профессии воспитателя, раскрытие творческих способностей сотрудников семейных центров. Наши воспитатели сегодня покажут лучшие методики работы с детьми, но, как мы знаем, самая лучшая методика – это просто любить, отдавать детям тепло, любовь. И если мы, так скажем, наполнены этим чувством, то, безусловно, наши дети будут счастливы. Первые этапы проходили в стенах родного учреждения, второй этап был заочным. Там оценивали работы конкурсантов и их воспитательные методики. Третий – финал, в котором жюри определили победителей и лауреатов в номинациях «Сердце отдаю детям» и «Мастер своего дела». Конечно, мы оценивали профессионализм каждого воспитателя. Мы оценивали, как воспитатель относится к своей профессии, насколько глубоко он знает психологию детей, насколько глубоко он знает подходы. Потому что в этих учреждениях сложные ребята со сложной судьбой. Одна из финалисток конкурса Юлия Кузнецова в профессии уже 10 лет. Последние 3 года в социально-реабилитационном центре. Участники выступили с самопрезентацией и представили свою педагогическую находку. Своим открытием Юлия считает метод адаптации ребенка с помощью мультипликации и анимации. Перед Новым годом замечательный подарок от Министерства нашей семейной демографической политики поучаствовать в таком конкурсе, поделиться опытом, рассказать о планах на будущее. Победитель получил сертификат на покупку телевизора и ежемесячную доплату к окладу в размере 30% в течение года. Остальным финалистам подарили ценные призы. Конкурс – это незыблемый и очень важный этап профессиональной деятельности воспитателей. Это педагогическая мастерская, которая позволяет увидеть и поделиться современными приемами и методами работы с детьми. Идеального педагога и лучшего воспитателя отличает беззаветная любовь к детям, стремление к профессиональному росту и активная жизненная позиция.